Не, хорошо. Пальмы, море. О, у нас уже 10 человек смотрит, а ты говоришь. Замечательно, присоединяйтесь, друзья. Так, мы идем к осьминогу. Осьминог. Он же, кто он там, я уже не помню, кто он там. Но короче, мы зайдем мороженки идем. Да, какое там мороженое бывает? Там разное. Там разное? Вот, меню. Да, 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 да. Да. Мы как мы ели, Рин. Мы брали ели бабовуха и Орео. Да. Там есть клубничная, там есть манго, там есть... Я выберу, хорошо. А какой там еще? Я уже не помню. Ну, я так понял. А ну, находящее меню, Арина, я скажи. Ты не помнишь? Нас... Ты не помнишь? Я не помню. Что ребенок еще может сказать? Я придумала. Завтра можно их отдать в детскую комнату в Метросити. А пойдешь шопинг себе устроишь? Да. Подпишешь? Да. Девочки, девочки. А кто подпишется? Саша, кто подпишется? Не знаю, мы пока идем. Так, вот мы вышли и думаем, пойдет дождь? Или не пойдет дождь? А ну, что, 50 на 50? Вообще непонятно. Да, кто за дождь? Ой, там качели. Фотозона смотри, какая классная. Девочки! Идемте сюда. Смотри, какая фотозона. И качели. Вот качели свободные. Раз, два, три. Арина, с той стороны. Идите за качели. Бегом, бегом. Ты под ноги. Аккуратно, аккуратно. Под ноги. Полетели. Подписчицы Арины. Да, у нее нету канала. Это не подписчицы, это наши друзья просто. Поэтому почти... Это не друзья, это родственники почти. Поэтому это не считается. Арина, пусть девочки сфоткаются, потом вы покатаетесь. Не-не-не. Пусть девочки сфоткаются, потом. А сейчас нам за музыку забанят, и ничего страшного. С Турции туча идет, смотрите, какая. Вот, красивое небо все. Ой, так люблю небо, когда уже... Ничего, море вообще-то. Поэтому нормально. Кто-то хотел море. Пошли мы к морю подойдем, что ли? Пошли к морю, хоть подойдем. А, ты будешь охранять? Вон, видите? Смотрите, как мы гуляем. Под ноги смотрим. Смотри, 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 смотри. О! Это не моя подруга. Я ее не знаю. Это знаешь, это мы работаем на камеру. Работаем на камеру, да? Я не знаю, Саша, почему-то ты тут. Два человека смотрят эфир, поэтому... Так, напоминаю. Батуми, Орби, ресторанчики, вон там. Красотка, мама. А? Красотка. Лана охраняет. Ох, это... Ну, так бывает. Сейчас они быстренько освободят вам. А теперь быстро встали. Опа, видишь, смотри. Да, вот Батуми. Давай. Ну, это так. Давай, подержу. Тихо, держись, двумя руками держись. Аккуратно. Двумя руками. Давай, раскачивайся. Море, он, сейчас у нас уже 7, почти 7:30 вечера. Не смотри, как людей купаются. Может, и мы придем. Уже людей, конечно, людей уже меньше гораздо стало, поэтому уже будем купаться. Такое атмосферненько у нас тут. Раскатывайся. Да, руки не отпускай. Да ничего страшного, с твоим платьем не будет, давай. Сейчас мы вообще вышли. Мы вообще планируем поехать в Украину. Если все будет окей, то пойдем. А может и не поедем. Может быть останемся в Батуми жить.